Привет всем, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы с вами будем тестировать новинку тональную основу флюид для лица от из серии Giordani Gold компании Oriflame. Я знаю, что эту новинку многие давно ждали, и я в том числе. Обратите внимание, какой красивый дизайн, но самое главное для нас, особенно для девочек, конечно, это как это будет лежать на лице. И сейчас вы видите, я сделала макияж, я на левой половине лица уже нанесла основу, а правую пока не трогала. Вы можете увидеть разницу, она, по-моему, такая очевидная, да, что это лицо, эта половинка лица такая гладкая, ухоженная, а здесь еще видно и покраснения небольшие, поры расширены. И сейчас прямо на ваших глазах я это средство испытываю. Приступаем. Открываем тональную основу. Перед этим ее хорошенько взбултыхали. И я прям, так как она очень полная, беру прям с самой пипеточки небольшое количество средства. Так прям на пальчик. И наношу на лицо такими вот разбрасывающими движениями. И сразу же начинаю распределять. Она очень легко наносится. То есть вообще прям фантастически. Не хватило. Беру еще капельку. Но такое небольшое прям количество нужно, феноменально. Прям капельку, смотрите, раз, и вот сюда. И все. Что мне очень понравилось, то что лицо сразу как будто припудренное, то есть пудрой пользоваться уже нет необходимости, кожа выравнивается мгновенно, не нужны никакие дополнительные спонжи, кисточки, то есть вы можете все своими подушечками пальчиков быстро-быстро распределить, посмотреть в зеркало, чтобы все это было заполнено, можно пройти второй слой, я, кстати, делала эксперимент, делала два слоя, и мне очень понравился эффект. Основу я выбрала цвет слоновая кость, но, как видите, немножечко цвет шеи все-таки отличается, поэтому если вы совсем снежиночка, как и я, то возьмите на тон светлее. Ну, я думаю, что в лето будет в самый раз, немножечко подзагорю, и будет очень круто. Я в восторге, желаю вам всем попробовать и получить точно такие же впечатления, как и у меня. До встречи, пока-пока!